актриса Ольга Медынич, известная по комедийным ролям в фильмах «Мужчина в моей голове», «Погнали» и «Светофор». Была замужем дважды, но семейное счастье обрела лишь в браке с коллегой по профессии Джемалом Тетруашвили. Супруги вместе воспитывают сына артистки от первого брака Дмитрия. По словам актрисы, Дима в хороших отношениях с отчимом, называет его нежно «мой Джемочка», но отцом не считает. Мальчик дружит с Софико, дочерью Джемала от первого брака, которая часто бывает в их семье. Ольга Медынич старается приобщать сына к спорту, они вместе делают зарядку, планку для укрепления мышц спины. Также она призналась, что любит заниматься йогой под аккомпанемент сына на пианино. Домашние обязанности взял на себя муж, так как актриса не умеет готовить и не может разобраться в квитанциях на коммунальные услуги. В свою очередь, Ольга терпит взрывной эмоциональный характер супруга.